Делились по льду. Ну, не отсайдеры. Мы все игры так играем. Нам молодежь забивать не могут. Сегодня 4 забили. Обычно мы забиваем проблемы. Сегодня до того перехлестнул, что уже на последней секунде побежали двое удлинять в атаку. Перехлестывали, к сожалению. Но по самоотдаче ни одной игры практически мы не слили так. Мы проигрываем и выигрываем в том числе. Либо по булитам, либо в одну шайбу и проиграем так же, и выиграем. Ну, молодежь пока она тут. И кадровые проблемы тоже. Вот сейчас защитник играл даже в нападении. Четверых потеряли по разным причинам. Кого в торпеду забрали, кого-то. Травмы. Так что вот. Ну, я полностью согласен с коллегой. Игра понравилась. Забито много голов. 9 шайб забито. Что касается самой игры, подготовки к игре, можно так выразиться. Конечно, молодежь, молодое поколение, я уже об этом говорил, что намного умнее нас, намного прагматичнее. Психология. До игры выиграли матч, посчитали, посмотрели, на каком мы месте, на каком соперник. Отсюда все наши беды. Хотя мастерства такого у нас нет. Тоже на самоотдаче, на работе. В основном все. На тактике держимся. И первый период 1-3. Благодаря нашим болельщикам, которые благодарен за поддержку, которые заставили нас идти вперед. Заставили нас переломить судьбу матча, добиться боевой ничьей, но в овертайме булит пока, соответственно, не наш конек. Если нападающий не может во время игры забить, то наш булит их тоже не может забить. Вот наша проблема. И к травмированным присоединились у нас Ларионов, Казначеев, Шип. Вот сегодняшний.